Приветствую вас, я Елена, эксперт М-Видео. Из моего обзора вы узнаете много об эффективной, компактной, качественной и удобной, но недорогой морозильной камере Liebherr из серии Comfort. Для двоих-троих человек такая камера отлично подойдет, даже если в этой семье есть традиция делать запасы да побольше. Объем этой камеры 98 литров, а высота всего 85 сантиметров, чрезвычайно компактная. Еще из определяющих моментов отмечу экономичность и суперэффективность. К примеру, всех совершенно точно порадует автоматический режим суперзамораживания. Закладываешь закупленное, и чтобы продукты не потеряли текстуру, аромат и полезные свойства, лучше их быстро заморозить. Тут и пригодится суперзаморозка. Выбирать и менять режимы можно, пользуясь вот этим цифровым дисплеем. Он простой. Слева направо кнопка включения-выключения, суперзаморозка. Это дисплей с показом температуры внутри, а вот этой кнопкой можно повысить или понизить температуру. Запутаться будет трудно. Внутри этой морозильной камеры все решено весьма эргономично. Прозрачные ящики, каждый из которых выдвигается. Удобно! Еще есть одна техническая мелочь – подогрев контура двери. С ним дверца даже при супернизкой температуре и даже во влажном помещении не примерзнет. А чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию морозильной камеры при низкой температуре окружающей среды, устройство оснащено технологией Frost Protect. Она нужна для дополнительной устойчивости к низким температурам – до минус 15 градусов по Цельсию. Благодаря этому камеру можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях, например, на застекленном балконе, закрытой веранде или в подвале. Итак, это модель воплощения технологичности, удобства и простоты. Супермодель для долгого хранения замороженных продуктов в дополнение к холодильнику, где хранится еда на каждый день. Подробнее об этой и других моделях морозильных камер Liebherr смотрите на сайте M-Video и на официальном YouTube-канале. M-Video. Нам не все равно.